спорткомплекс «Дахсун» в Якутске на два дня стал царством красоты и грации. Именно здесь проходит первенство региона по художественной гимнастике, в которой принимают участие более 150 спортсменок. Продолжит Елизавета Васильева. Кристина Крюковская – спортсменка из Якутска. Она занимается художественной гимнастикой с 4 лет. У юной гимнастки уже большие достижения. Она лидировала во внутриклубном соревновании в Якутске, а затем во всероссийских соревнованиях уже занимала 2-е и 3-е места. Мама меня попросила заняться спортом, потом предложила заниматься художественной гимнастикой. Мы нашли клуб. Сначала это был клуб «Виолетта», но потом через 3 месяца меня перевели в «Сияние». В отборочных соревнованиях участвуют спортсменки от 7 до 17 лет. Самые яркие гимнастки будут оспаривать право сильнейших в первенстве Дальневосточного федерального округа в 2018 году. Команда будет состоять из 10 человек. В качестве главного судьи турнира пригласили заслуженного тренера России. Есть заинтересованные люди, у вас тренеры есть. Такие самоотверженные, фанатично преданные. Это очень радует. Это всегда даст результат. На торжественном открытии состоялся красочный парад. Были сказаны поздравительные слова. Также вручили награду уже отличившимся девочкам. Я получила звание мастер спорта России. Многократная чемпионка города. Я с детства была. Несколько раз занимала места на республиканских соревнованиях. И вот чего не хватает художественной гимнастике Якутии – выйти на новый уровень. Прежде всего, не хватает у нас финансирования, так сказать, чтобы выезжать как можно чаще именно в центр России, показывать детей, потому что дети очень достойные есть. Художественная гимнастика – красивейший вид спорта, который должен получить свое дальнейшее развитие в регионе. В этом уверены и спортивные чиновники, и общественность. Необходимо совместными силами обеспечить более широкую вовлеченность детей, а также серьезно поработать над подготовкой тренерских кадров. Елизавета Васильева, Владимир Павлов, НВК СХ, Якутск.